нанести красильщику. Красиво. Подняла шум.
штука меня спасет. Посчитаем. Если добавить все дни, пока мы торчали в никчёмном лагере, и еще надбавки за вредность, которые потребует команда, но уменьшить более количество жертвей. А может и сойдется. А наладим поставку. Ставки трофеев и осколки потекут рекой. Я услышал кое-что интересное. Наверняка где-то тут есть застава мятежников. Будь начеку, рыжий. Мне кажется, тебе не стоит слишком углубляться в кусты. Особенно на юго-запад. Один из наших разведчиков встретил там злых Денакт. Из тех, что приручают машины. Он едва сумел от них сбежать. Спасибо, что рассказал. Похоже, мятежники, как всегда, дружелюбны. Но что они делают так глубоко в пустыне? Ты видела ездовые машины? Ты вернулась? И как там туннель? Я нашла остатки команды. Одна девушка была жива, но, увы, недолго. На них напал камнегрыз, когда они пробирались по туннелю. Бедолаги. Жизнь собирателя непредсказуема, но это печальный вариант. Ну, я разобралась с камнегрызом. Теперь путь чист. Ха-ха! Знал, что ты справишься. А ты случайно не подобрала мой сундучок, а? Да, вот он. Искорка ты моя! Есть что-то, чего ты не можешь? Вот. Твоя доля, как обещал. Раз угроз больше нет, я займусь расчисткой и укреплением. Потом вызову другую команду и приведу эту экспедицию в порядок. Ха! Вперед за трофеями! Я уже видела наездников на машинах. Они устроили что-то вроде гонок. Говорят, похитительница ездит на пиноше. Я тоже. С таким копьем я бы и сама на сикачей пошла.